Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проверил ход строительства нового детского сада на 400 мест в микрорайоне «Гусарская баллада». Готовность объекта уже приближается к 80%. Здесь завершаются работы по фасадам. Началась облицовка здания плитами из керамогранита. Внутри идет финишная отделка. Специалисты монтируют технологическое оборудование пищеблока. На встрече с будущими сотрудниками нового дошкольного учреждения Андрей Иванов сообщил, что детский сад планируется сдать в декабре этого года. И сразу после январских праздников в него пойдут первые воспитанники.